Throne defended. Привет, друзья! С вами Рашнэн Зук и Джонни Воркута. И мы продолжаем внеплановое онлайн-мясо по игре Mortal Kombat. Друзья, к сожалению, пришлось по техническим причинам пропустить несколько поединков, которые были довольно-таки зрелищными, я вам скажу. У нас опять сместили нового короля. Я извиняюсь тем, кто участвовал в этих боях, и то, что я не смог их записать, друзья. Но бои были зрелищные, я вам скажу. Ну что ж, мы продолжаем онлайн-мясо. Итак, сейчас у нас новые бойцы на арене. Так, это, наверное, Масюн опять у нас играет, раз выбрал Кратоса, я так надеюсь. Потому что никто у нас другой Кратосом особо играть не умеет. Так, я прав. Кукувс 777 против Масюн. Масюнь! Это такой китайский такой. Прозвище. Да, что-то китана тут зверствовать начала. Она просто не знает, что Кратос сделает с непокорными тёлками. Но, видимо, это еще предстоит узнать. Да, кстати, несмотря на повреждение Кратоса, у китана накопился X-Ray, а у Кратоса нет. У Кратоса такой, да, немножко неповоротливый, это косяк. Хотя, я бы не сказал, что в игре готов... Кратос, да! Какие-то очень не сильные удары такие. Ну вот так красиво, конечно, да, я не спорю. У него, я бы не сказал, что не сильные удары. У него как раз сильные, но они медленные, действительно. Вот ну я имею в виду, да, 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 да. Дело в том, что как бы в игре я бы не сказал, что он поворотливый. Подножка, если взять кипец. God of War, третий, второй, первый, любую серию, он как раз довольно-таки поворотливый, на самом деле, боец. Ну сейчас-то он не в данный момент, он не поворотливый, а, нифига. Сейчас, да. Это... Потому что это специально сделали под игру. Ну тут с другой стороны сделали его прием. Вот, да, 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 у него, да, нет, да, у него да, нет такой подсечки ногой, например, потому что он не обучался кунг-фу там. Вот, смотри, как он ее колбасит. Да, вообще красиво, красиво колбасит. Вот сейчас на ребрышке. Вот вообще молодец. Кратос молодец. О, а видишь, это он Геракла сорвал. Это Кратос. Это просто Кратос. Да, это просто Кратос. Ух ты, Кратос попал под X-Ray. Жесткий. Да. Мозг взорвали Кратосу. Ой, затыльные и глазные кости ему повредили. Но все равно он очнулся. А он очнулся. Ему, во-первых, не привыкать, он уже побывал в аду несколько раз. И Аида порвал, кого-то он не порвал, так что... Гера там его, блин, рвала, блин, вообще не по-детски. Он любые эти, как его... Любую переносил. Боль можешь перенести, любой фаталити ему сделал, он все равно выживет после любого фаталити. Это Кратос. Ты смотри, а китана тут какая-то, блин, вловлена колбасила. Смотри, она еще нам подмигивает своим страшным глазом. Кому она подмигивает? Ну она его, блин, подмигнула. Тем не менее, Лю Канг на нее повелся. Лю Канг на нее повелся. Ну, китана, она не такая страшная, как Милена. Милена — это ее страшная сестра. Так, ну что, сейчас я выхожу на арену. Так. В прошлый раз я Джексон почти выиграл, а? А я возьму опять Кунлао. Я возьму Кунлао. Китана. У него есть хороший удар ногой в прыжке. И вообще Кунлао — это Шаолинь. Кунг-фу. И все такое прочее. Это предок Лю Канга. Я думаю, сейчас что он круче, чем Лю Канг сам по себе. Сейчас посмотрим на эту... На эту картину. Сейчас посмотрим на эту картину. Надеюсь, я хоть что-то смогу сейчас противопоставить. Так, ну давай. Китана. Ну давай, подходи. Подходи, подходи. Давай, давай, я тебя жду. Давай, давай. Кидайся, кидайся. Подходи. Ух ты. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Тихо, тихо, я сказал! А вот так, нравится? А вот так? А вот так? А? А вот так? Хорошо? Понравилось? Объясни мне. Так, у нее X-Ray есть. Давай, ебаши ее. У нее X-Ray, а не у меня. Я боюсь, пожалуй, что сейчас она мне что-нибудь нехорошее сделает. А, только сейчас, только не X-Ray. А вот X-Ray. Ха-ха, провафлила. А вот так.
А вот так. Давай, 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 подходи. Ай-яй-яй-яй. Пиздец. Тихо, 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 без паники. Это попандос. А вот так. А вот так. Давай быстрее. Давай, давай. Ты думаешь, сможешь просто поработать? Старый монах Шурин, тебе ничего не... Тихо, подожди, подожди, подожди. Я не могу. Пять я тебе дам, когда, если я выиграю вообще этот бой. А это еще не факт. А? А? Ой, блядь. Тихо, она меня ножом пырнула, ты видел? Да-да-да. Записала? Не ножом, она тебя просто этим самым пырнула. Это хуйня все. Ах ты! Давай, давай, давай. Давай, 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 кидай, кидай. У меня X-Ray готов. У меня X-Ray готов, давай. У меня тоже готов X-Ray, но вот поможет ли он мне сейчас в этой ситуации? Давай ебашь его. А, у меня никак не получается. Ай! Тихо. А, вот он, X-Ray, ну, не знаю, поможет он мне или нет. Вот он, все, блин. X-Ray. Давай, по шее, может она потом не сможет нормально меня видеть, как бы, я не знаю. Череп поломал. А, ну меня все поломало. А, 1-1 счет. Черт. Фу, ну смотри, заметишь, что чем больше я бью, тем больше у нее рвется одежда. Мы можем что-то увидеть, если я ее нормально побью. Ух ты! Шлюшка такая. Ты меня ткнул ножом, ты видел? Чем ты в блоке постоянно стоишь? Да я не постоянно. Упаси ее давай. Пизды давай ей. А, ты что-то не получается. Ух ты, как же так она делает? Сейчас тебя заколбать. Нет, Шаули меня не простит. Я тебя не прощу. Я тебя не прощу. Как это так? Ты что такое вообще? Я столько энергии потратил, я весь всю голову сейчас себе набрал. Я тебя не прощу. Я девятку ставлю, потому что ну, в первом раунде я просто порвал практически ее, а потом два раунда я не знаю, я потерялся просто, я не знал, какие что делать. Какие два раунда? Я тебя не прощу. Ну, ты сейчас, блин, перед ней, блин, вообще пиздец. Ну, что я могу что сделать? Что это было? Что это было? Что это было? Это спорт. Что это было? Это Mortal Kombat. Это спорт. Какой это, нахрен спорт? Это единоборство. Давай включай дальше. Так, значит, у нас вышел смог RVV. Так, о, кого у нас берет? Давай опять Китану. Наливай давай. Он берет Китану. Так, а кто у нас вышел из игры? Кто-то вышел из игры, кстати. You will learn respect. Ты научишься уважению. Я уже зауважал этого кукувса. Потому что он хорошо играет. Просто хорошо. Просто приятно поиграть с таким игроком. И у меня возникает азарт, чтобы его побить. Понимаешь? Сейчас ты нифига не делал. Я делал, понимаешь? Как тебе объяснить? Хорошо, когда ты играешь за дротом, ты видишь, что ты не делал, ты все равно проиграешь. Потому что он первый комбо твое, и все. А тут ты видишь, что ты можешь, видите? Видишь просто, что он тебя обыгрывает, да? Но ты можешь, если ты постараешься. И в этом весь интерес. Смотри сейчас, кстати, смог выиграть, он что-то довольно-таки неплохо ведет. Но, опять же, в первом раунде я тоже. О, он выиграл этот раунд. Это всё. Я прекрасно видел. Смотри, он выиграл этот раунд. Этот раунд за ним. Так же я первый раунд выиграл. Но изменяться втором, почему-то он активизировался. Он просто нашел ключ к моей стратегии. И все. О, да, неплохо. Не, это неплохо, вот эти вот два ножа бараки. Такие рубило вот такой вообще. Очень неплохо. Да. Ой-ой. Это беда. Придется бараки драться вслепую, конечно. Вот так самое произошло. Первый раунд я выиграл, второй он также просрал. Что будет третьим, я уже не знаю.
Ну-ка, стоит выучить прием с ножницами. Это очень полезно, когда она на тебя прет, она. Ты их включаешься практически на близкой дистанции, на любой близкой дистанции. Ты ее по-любому на них ловишь. Это очень классный прием в бараке. Не знаю, почему он его не использует, видимо, он забыл, как делать. Я сам, честно говоря, не помню, как делать. Надо брать бараку и вспоминать все приемы. О, молодец! Вот глотку ей потом стоило давно уже. И с ноги. Отлично. Так, шансы сравнялись. Но у Спитяна скоро откроется X-Ray. Он уже открылся. Смотри, сейчас главное на него не попасть. Понимаешь? Молодец, вот это, вот так, давай, спами ее. Как она тебя выбирает, так ты ее ножами. Давай, давай, ты уже ведешь. Ты уже, только не X-Ray, только... Всё. X-Ray отдыхает. Видишь? Отдыхает X-Ray, Дима. В чем проблема? У него... Я видел, но я знаю, что такое X-Ray. Знаешь, в чем проблема? У нее X-Ray работает на дистанции, в отличие от других бойцов. Опачки, а сейчас мы видим фаталити. Внимание, друзья. Оба, оба. Китана. Ну так скромненько отрезал руки и голову. Ничего особенного, но стильно, красиво, просто. X-Ray нету. Give your respect. Ох, к сожалению, нет. Десятка. Ну что ж, продолжаем онлайн-мясо на канале Игрофильмы, друзья. Я вам... Кто захочет участвовать, поединок 1-1, я вам повторяю, отписывайтесь. Для этого вам потребуется гарнитура и желательно возраст 18 лет, чтобы у вас был не писклявый, не школьничий голос. Потому что у вас должно быть что-то, что вы можете рассказать мне и другим зрителям. О, а кто это? Нет совести. У него нет совести. У нас новый боец опять, друзья, вы заметите. Новый боец под ником «Нет совести». Я подозреваю, что сейчас он будет нас просто рвать без совести. Подожди секунду. Какой боец-то? Нет совести его зовут. Вот тот. Где он? Покажите мне смог. Покажите взял, мне этого бойца. Он взял смог. Пойдем куда-нибудь пересядем. Надо покурить. Так. Нет совести. Сзади. Покурю. Давай, давай, давай. Бегом, бегом, бегом. Я не могу. Аккуратно. Как я предполагал. Нет совести, бессовестно мочит Кукурса. И вот он его замочил в первом раунде. Я даже не знаю. Это темная лошадка, это новый боец в нашем онлайн-мясе. Блин. Неужели он бессовестный задрот? Надеюсь, что нет. Пока я не вижу, что у меня таких там бессовестных комбо и джаглов, но... Вот что-то начинает появляться, но нет, он их до конца не завершает, это хорошо. Оба-на! Оба-оба-оба-на! Вот это уже пошли джаглы, это уже не нравится мне. Это уже попахивает задротством. Да, это пошло задротство. Я понимаю, что у чувака нет совести, да? Ну пускай немножко поучаствует в наших боях на онлайн-мясе. Но он должен. Опа, фаталити, елки-палки, ладно. Я растаял, я ставлю ему десятку. Что ж, посмотрим, как он себя поведет в других поединках против других бойцов. С ракеты вон. А кстати, сколько у него опыта вообще? Я что-то пока не вижу. We have a new king. Сейчас посмотрим. Очень приятно, друзья, что у нас появляются новые персонажи, новые участники, которые я вижу, что они русские, как бы, значит, это наши зрители нашего канала. Это очень хорошо, мне это радует. Так, у него всего лишь 264 очка, но, видимо, он просто мало играл в Царя Горы, а в сам Mortal Kombat он играл очень много и задрачивал, я так чувствую. Scorpion. Да, вы все знаете нашу неприязнь к задротам, потому что... мы играем в теплые, можно сказать, компании. Но иногда, ну, почему бы человеку не покрасоваться, да, показать свое мастерство. Это долго все равно не продлится. Так что оценим этого бойца. Вот мы не оценим того, кто пропустил опять заставку. А если ты Вейвер уже играет не первый раз, он вроде этим не болел, значит это нет совести. Слушай, нет совести. Ты давай вот немного ты совести поимей. Ну, классно ник подобрал, да? Все типа русскими буквами. Такого сложно додуматься. Да, ну красиво, красиво он делает. Сейчас.
По крайней мере, я не вижу сейчас вот действий задротства. Да, блин, ну, красивый бой, друзья. Красивый. Ничего не говорю. Ну, выигрыву стоит сделать X-Ray сейчас. А, хотя нет, он уже выигрывает. Он уже выиграл, это правда. Достучался, видимо, до его совести. Ударом сверху головой землю. Очень приятно видеть такие поединки, когда два бойца очень, скажем так, профессиональны в этом плане. Я не говорю ничего, мы не стараемся там из себя кого-то представить, там каких-то профессионалов настоящих, которые участвуют в турнирах мировых. Мы, я повторяюсь, играем для удовольствия, для веселья. Mortal Kombat, я считаю, для этого и создан. В этом красота Mortal Kombat, то, что здесь можно веселиться, отдыхать. Оба-на, X-Ray пропустил. Так, 1-1 счет, друзья. Раунд 3. Файт! Погнали. Ну, как всегда бывает, что вот новый боец, точнее не новый, ну кто вошел, претендент, скажем так, на звание короля царя горы, он первый раунд побеждает, а во втором уже царь показывает в себе во всем превосходство. Видимо, он присматривается к противнику, а потом уже начинает как следует его атаковать. Ну все, к счастью, я не знаю, но король остался королем. Вот так вот, друзья. Give your respect. Так, как сейчас я выхожу на арену? Ёлки-палки, это будет сложно. Джонни Воркута вышел покурить, поэтому defended. Опять моя очередь драться. Может, все-таки, я не знаю, может, все-таки мне стоит выбрать Джонни Кейджа все-таки обратно. Вспомнить его хотя бы. Я не знаю. Джонни Кейдж. Ну что ж, ладно, все-таки я бы взял Джонни Кейджа. Я не знаю, кого мне больше еще брать. Как я вам уже говорил, друзья, если мы устроим все-таки, если вы будете не против, если вам это будет интересно, поединки один на один, с вами же, со зрителями, с адекватными, там мы сможем выбрать любых персонажей, да, в течение получаса, да, мы, например, будем брать получаса серии. Ну ладно, хоть первый удар за мной. Так, отлично. Я просто, извините, друзья, я молчу, потому что я сейчас сам дерусь, и неизвестно, что у меня получится. Опять же, преимущество в первом раунде ничего не значит, на самом деле. Это мы уже доказали. Точнее, доказали уже наши оппоненты. Ух ты, бля, вот этот прием, этот Эльмака, это, конечно, мне очень не нравится. Ох, блядь, ну... Давай. Ну, что ж такое-то, а? Есть! Фу, друзья! Кое-как я его сделал в первом раунде, но опять же, сейчас посмотрим. Это все на психологическом уровне идет. Давай! О, блядь, я же видел, я сделал крутящийся прием, но в это время он... Черт. Давай, сука. Это Джонни Кейдж, мать твою. Он меня рвет просто, друзья, по-страшному. Только не на X-Ray нарваться. Почему подсечка не сработала? Все, я проиграл. Как все идет по сценарию. Первый раунд почему-то он всегда продувает. Он просто продувает постоянно первый раунд.
Так. А даже у меня X-Ray накопится, а? Я тоже хочу X-Ray ему сделать. О, блядь, ну что ж такое-то? Жёк, подожди, я чё-то дерусь. Подожди, подожди. Не отвлекай меня, пожалуйста. Меня просто сейчас колбасит. Блять, вот что происходит, а? Должен же я когда-то выиграть, а? Ну, давай, давай, ударь меня, а? Сука. Ну, я извиняюсь к игроку, то что... Я был дупы... назвал персонажа, сука, но не игрока. А, все, я проиграл. Ну давай, 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 прикончи меня. И он меня прикончил. Давай. Ой, блядь, вот это он сделал. Молодец. Это было красиво. Я вижу, это я вижу, что этот игрок, он реально любит Mortal Kombat, он не задрот. Он любит, он делает красивые фаталити. Я только за, друзья. Я надеюсь, вам это нравится, вам это понравилось. Ну, то, что я проиграл, это ничего особенного, вы знаете. Я больше выступаю в роли диктора, скорее, чем участника полноценного. А главный участник здесь это вы. Так, ну что ж, следующий бой. Опять у нас вышел на арену Смок РВВ. А нет совести, продолжает бессовестно всех колбасить. Но он играет достойно, я могу вам сказать, что у меня есть к такому игроку уважение. По теме-то. Так. Там вообще пиздец. Да я слышал. Не разговаривай. Итак, что у нас происходит? Опять совесть. Совесть без совести опять. Бьет Смок. А, кстати, у нас необычные события. Смок все-таки взял Смока. Это хорошо. Я надеюсь, что Смоком он владеет лучше, чем другими персонажами. Хотя он остальными неплохо владеет, но Смоком он должен, судя по своему нику, владеть лучше всего. А, черт, ёлки-палки, о чем я говорю, извините, друзья, Смоку взял... Все эти ники дурацкие. Смоку взял нет совести. А РВВ, как обычно, берется барами. Идет проигрывать опять же. Вот он да, уже проиграл. Что-то у них никак, никаких вообще, блин. Шансов, хочешь сказать? Да, вообще шансов. Вот смотри, зато он делает фаталити. Вообще он постоянно делает фаталити, да. Легко так он вообще. Молодец. Хотя у него нет совести, но он делает фаталити. Он нас радует красивым мясом, красивой кровью. Всем, что нужно в онлайн мясе. Он нас этим радует. И за это мое уважение, мой респект и мои очередные 10 баллов. Молодец, человек просто, молодец. Я могу сказать, что он просто молодец, грамотно молодец. Играет. Молодец, понимаешь, он просто грамотно играет. Да. Почти все десятки. На самом деле, все равно. Он играет грамотно, он не использует джаглы там постоянные. Он просто грамотно чтобы, играет. Да. Чтобы не было вот этой фишки там, вот этой всякой, всяких понтов там. Понтов никаких нет. У да, нас да, все... да, да, да. Молодец, молодец. У нас все на интересе, чисто на интересе. Вообще человек вообще молодец. Итак, следующий бой начинается, друзья.
Скорпион против... подожди, как его зовут? Это красного робота, я забыл. Сайрекс и... Сектор. Сектор, да. Сектор. С ракетами там. Пум, да, пум, точно. Впервые персонаж появился... Впервые он появился в Mortal Kombat 3. Сектор и Сайрекс, они появились в 3 Mortal Kombat. Кстати, у них тогда не было... Он в классическом костюме. То есть это до того, как он стал киборгом. Так, а что это за Dark Crusader у нас появился? Опять новый персонаж, друзья. Не знаю, кто это, что это. Надеюсь, опять же, один из наших. Ну-ка, давай звук сделай погромче. Звук все отлично. Громче никак. Что ж, что у нас может делать классический сектор? Мы посмотрим, друзья. Вообще он похож на какого-то такого татарина. Ну, я не знаю, вообще может он китаец? Ну, похож на татарина. Ну, я имею в виду сам персонаж внешне. Потому что сектор вообще, по-моему, типа афроамериканца. Ну, сектор Сайрекс. Сайрекс, он вообще типа афроамериканца. Сайрекс, он был там робот. Они. Женек. Нет. Они оба были людьми. Сайрекс и сектор. Сайрекс и сектор, они оба были людьми. Но по сюжету. Клан. Вот это он красиво сделал. По сюжету они стали потом киборгами, их переделали в киборгов, понимаешь? И клан Link Way стал переделывать всех сейчас своих... Сейчас они не будут так делать. У них был клан, называется Link Way. Там стоял Sub-Zero, вот они состояли, Смок там состоял. И потом их глава решил всех переделать в киборгов. Вот. И они, конечно, многие сопротивлялись. Кстати, вот этот вот сектор, он не сопротивлялся этому. А Сайрекс сопротивлялся, он хотел пойти, покинул клан потом из-за этого. Не хотел стать киборгом. Ну, минимум потом их всех поймали и сделали киборгами потом все равно. О, смотри, какая. Также появился киборг Саб-Зиро. Чпок, пиздец. Ты попал, чувак! Чувак, ты попал! Попал. Кто из них? Я не знаю, кто это попал. Итак, Крузера сразу свалил, видимо, возможно, это не из наших чуваков. Итак, друзья, на этом эта серия заканчивается. Оставайтесь на канале Игрофильм, встретимся в следующих сериях онлайн-мяса.